Пользуясь услугами цивилизации, газ, вода, свет, отопление, некоторые словацы считают необязательным оплачивать эти услуги, ставя в неудобное положение других собственников жилья и загоняя в долги управляющую компанию перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день полностью отсутствует задолженность у следующих управляющих компаний: Дом управления 9, Жилуправление 8, Аркаим, Эрмос, Уютный дом, Агидель сервис, Ленинград 18, Балжил, Трест. По управляющим компаниям, у кого имеется просроченная задолженность более 2 среднемесячных величин, подготовлено исковое заявление о взыскании долга принудительно через арбитражный суд. Долги управляющей компании возникают из-за пользования жильцами такими услугами, как свет, вода, отопление и газ. Одной из главных тем совещания была эксплуатация внутридомового газового оборудования. Существует большая проблема по городу Салават – это необойденные квартиры. 18-19 год, общее количество квартир, куда мы не попали, это 445. Неоднократно ходим, неоднократно звоним, и нету доступа в эти квартиры. Что такое невыполненное техническое обслуживание? Но прежде всего это угроза других жильцов многоквартирного дома. Также во время совещания затронули тему и правила содержания вентиляционных и дымовых каналов. Их проверка очень важна для нашей же с вами безопасности. Вентканалы – это тоже серьезная инженерная система, которая требует обслуживания. Что, например, на втором этаже неработающая вентиляция может привести к взрыву всего дома. Взрывов в последнее время очень много, потому что в Салавате такого не происходит. Но работу мы эту ведем. Но есть много часто квартир, где необходим доступ непосредственно в квартиру. И люди ни на какие уговоры не идут, договориться с ними просто невозможно. Поэтому или по стояку отключать газ, чтобы они понимали, что существует угроза взрыва и что есть опасность остаться неживыми в какую-то ночь или днем. Газ, вода, отопление, свет – это те важные ресурсы, которые так необходимы людям, и только от добросовестного пользования зависит бесперебойная их подача. А самое главное – это обеспечить допуск квартиры специалистов для проверки контроля газовых плит и вентиляционных шахт. Это поможет избежать беды. Лилия Шаниязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».